предыдущей серии. Мы улетели в Иркутск, хоть и не с первого раза. Мы опоздали на самолет. Отведали местной кухни. Вот бусы, фирменное блюдо. Первый раз увидели байкальский лед. Добрались до острова Ольхон. И встретили закат у скалы Шаманка. Сегодня утро второго дня экспедиции. Обещали шведский стол. Вот он. Стол есть. В рамках шведского стола чай, видимо. Там несут бумажки. Это вот хороший знак. Значит, на них можно будет что-то ставить. Такой у нас видок. Там мы живем. Шведский стол оказался не совсем шведским. Можно было отказаться от омлета или съесть его. Это второй день нашего путешествия, и вот какие планы у нас на сегодня. С утра берем велосипеды, загружаем их в прицеп и едем до мыса Хабой. Там велосипеды выгружаем и едем по льду, потом обед тоже на льду. Посещение скульптуры «Хранитель Байкала» и встреча заката на острове Харанцы. Утро второго дня. Едем кататься. Наш транспорт на сегодня. Что-то блогеры какие-то, развелось блогеров этих, конечно. Антон, как тебе буханка? Таблеточка, классно. Это видеоблог. Итак, отправляемся за нашим двухколесным транспортом. Берем велики? Вот и любой вариант, который пониже. Сейчас все разберут и останутся два. Хексагон, кросс. Это тот велик, что остался. Последний достался мне. Посмотрим, на что он способен. Так, тут знакомство началось уже, я смотрю. Ну, вот так. Так, чуть-чуть. Я Антон. Маша, Настя, Антон. Представляйся. Рита. Это Рита. Можно Марго. Хорошо. Маргарита, Марго. О, нет, слишком много. Я говорю с Википедии. Ритуся, Туся. Вот такие дела. Реально, там есть такое море. Море? Море? Не море, а моря. Не знали, что Рита — это море. Как тебе настрой? Готов ли ты по Байкалу на велик? Вообще нормальный настрой. Солнышко светит. Каким ты планируешь прийти в гонки? На льду? Я планирую не разбить хотя бы лицо себе. А здесь Саша спрашивает, кто готов на ранний подъем. Потому что завтра по плану встреча рассвета на другом конце острова. Если кто-то, то не готов ехать на рассвет. Отличная команда, вы мне нравитесь. Новые УАЗики. Фары, фары горят. Она ракетная машина. Она сигналит ау, ау, ау. И нет гитары у меня, чтобы сыграть вам тоже, моим любимым подписчикам. Это забияки тут. От машины отошел. Уехали-те, поехали-те, ребят. Вообще, звуковое сопровождение у нас в машине было несколько другим. Бурятский рэп. Знакомьтесь, это наш водитель Андрей Иванов. И теперь время байк про медведей. Вот покажу в том месте, где у нас три медведя переплыли Байкал, когда было 5 лет назад. Были лютые пожары, и медведица с двумя медвежатами уже большими переплыла в районе песчанки. С ракетниц стреляли, а они ноли морг. А плыть ночью, скажем, дальше по вдоль берега, ну, неизвестно где, вот, скажем, скалы, они ушли вдоль берега. Мы их благополучно поймали, выдворили, сделали такие ловушки, ну, и увезли. Ну, вообще, как правило, медведь боится человека. Вообще, все звери боятся человека. Все. Это на Брежнева похоже. Объяснить этот факт действительно невозможно. Вот мы и оказались на самой северной точке острова – мысе Хабой.
За мной сейчас находится мыс Хабой, или по-другому Клык. Потому что если смотреть с берега, кажется, что он отвалился, то есть как клык торчит. Но есть у него и другое название. Мыс Дева. Потому что в профиль похоже на профиль девушки с грудью. Вот это и есть правда. Этот мыс — это крайняя северная точка острова Ольхон. Монументально. Монументал Тормен. Какой ледок здесь классный. Можно растопить, продавать как воду из Байкала. Что, собственно, и делаю. О, слышишь, какой звук? Как звучит лед. Ну, такая довольно ответственная скала, интересная. Там вот есть какие-то отверстия. Хочется в них залезть, как обычно. И здесь классные ледяные торосы. Мне нравится по ним лазить. Я походил тут, постоял. Здесь очень опасно, можно упасть. А еще есть такие льдины, которые неустойчивые. Но они очень классно звучат. Пойдемте, пойдемте, наступим на льдину. Осторожно, чтобы не упасть. О чем я говорю? Я говорю именно, как звучит лед Байкала. Каждая льдина звучит по-своему. Ну и здесь ты вот в разрезе можешь увидеть лед Байкала. Это тоже интересно. Все, вот это я беру с собой. Взял сувенир себе с Байкала. Классно. Ура! Байкал покорен. Александр снимает бессмысленное видео. Подсмотрел за кем-то. Классный вид, кстати. Трещина. Так люди перебираются на другую сторону. Всем страшно. Там тоненький слой льда на нем. Прыжок! Барабанный дробь. И прямо вот в эту, да? Но лучше не надо. Это видеоблог. Мы видим трупы на льду. Это неудачные туристы, упавшие, ударившиеся головой. Вот так вот. Может закончиться ваш отдых на Байкале. Будьте осторожны. Может скорую вызвать? Не мусорим на Байкале. Подбираем окурки. И это правильная инициатива. Ставлю плюс. Происходит съемка рекламы байкальской воды. На счет три толкаете все. Три. Приколды! Еще раз. Сейчас приятная процедура, обед, вернее чай, пока чай. Мы пьем чай. Ура! Спасибо! Наконец, катание на велосипедах по льду Байкала. Чтобы не скользить на льду, берем велик. По-дикому заносит. Если на лед попадешь, то да. На самом деле, это очень охрененно.
Ты едешь по Байкалу. Ну да. Значит, ДТП не случилось. Я пока ехал, у меня два раза спала цепь, поэтому я еду на второй передаче, потому что когда я хочу переключить на первую скорость, цепь спадает. По снегу ехать очень тяжело. А теперь привал и вкуснейший обед из свежей ухи. Настоечка и сало предлагаются. Здесь она большая, с замороженными усами. Мне очень жарко, тем не менее. Было жарко. По снегу очень трудно ехать. Но мы справились. У меня потекли усы, извините, что вам приходится на это смотреть. Сейчас будет еда, питье, рубрика «Пьем Байкал на Байкале». Мы сейчас находимся на озере Байкал. У меня в руке Байкал. Давайте сделаем это. Иди на Байкал. Ну, надо будет сюда налить что-нибудь крепко. Опустить соломинку и выпить, как рюмочка получается, как будто из хрусталя с байкальского. Такая вот рюмочка, чисто стопочка. Классные рюмочки. Ну давайте за Байкал, за чистый ура! Лед! Ура! Когда говорят коктейль со льдом, это не то, что ты себе представляешь. Ореховая настойка. Главное с льдом закусить. Их ступы не нужны. Снимаем их. Ледоступы. Да, ледоступы. Нужно в них легко наступать. Ледоступы. Они очень помогли. Так что классная опция. Пам. Далее наш путь лежал к окрестностям поселка Узуры. Ну как?
Свежо, да. На этом месте у меня, к сожалению, практически перестал работать микрофон. Провод петлички задубел на морозе и, видимо, где-то случился разрыв. А я заметил это уже, когда просматривал материал. Поэтому сейчас я расскажу вам об этом месте и следующем за кадром. Итак, после вкусного обеда наша группа отправилась посмотреть предмет современного искусства. Вид искусства – скульптура. Хранитель Байкала появился недалеко от поселка Узуры совсем недавно, в 2018 году. Причем жители острова даже собирали подписи против его установки на мысе Хабой. Но в итоге бронзовое дерево высотой 7,5 метров на острове. И теперь привлекает сюда множество туристов. И мы одни из них. Говорят, что у подножья местное население может проводить этнические обряды, но засвидетельствовать это не удалось. Автор изваяния Дашин Амдаков перед своим 50-летием решил сделать дар родине. В душе скульптора откликнулось место силы – мыс Хабой на Ольхоне, после чего он создал эскиз. Кстати, сам скульптор называет это произведение «Отец Байкал». И люди, которые приходят, они должны понимать, что это… Да, это… Отец Байкал. На стволе дерева можно разглядеть лицо, умудренное опытом и возрастом. На ветвях рогах висят колокольчики, звенящие при сильном ветре. А внутри есть большой гулкий колокол. Я даже ударил в него и впечатлился звуком. Но так как у меня на видео звук не записался, давайте посмотрим и послушаем пример от другого путешественника. Сейчас мы узнаем, что же внутри этого дерева. Это видеовлог! Мы сами все видели. Побродив вокруг хранителя или отца Байкала, мы принялись фотографироваться на краю обрыва. Будьте осторожны за этим занятием. Что, на три? Можно, чтобы я не улетел, да, потом? Как Дима Билан, типа? Раз, два, три. Получился такой кадр. Следующая точка нашего маршрута, по-моему, остров Харанцы, но это не точно, точек маршрута было много, поэтому могу ошибаться. Но гроты с наплесками выглядели одинаково красиво и завораживающе на всех мысах и островах, где мы успели побывать. Как видно, эти места популярны для фотосессий, и должен сказать, что пейзаж действительно впечатляет. Сакуй, именно так называется этот лед, образует такие причудливые формы из-за наплесков волн. При сильном шторме высота такого льда может достигать 10 метров и более. В нашем путешествии мы еще вернемся к таким гротам, а пока солнце зашло за горизонт, и у нас важная миссия – сделать фото с фаером, прямо как у девушки с черными крыльями, которую мы увидели, как только приехали на эту локацию. Но у нас фото будут по направлению из грота. Не знаем, сколько будет гореть шашка, так что насколько уж человек хватит. Фото, кстати, получаются очень эффектными. Это баня. Это баня? Да. Кому нужен веник? Кто любит садомазу? Окей. Посмотрим. Сколько там? 120? 250. 210? 250. Какой эффект у нас есть? Если не видно, то там пары где-то другие. Мы находимся сейчас в бане. Это баня. Вот туда можно ходить в купель. Возможно, мы увидим это. Блин, после 110 градусов здесь классно. Что ж, пришло время искупаться в Байкале. У тебя порог идет. Да, снимай. Да, 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 да. Нет, снимаю. Где звуки радости? Ты искупался в Байкале, Это Байкал. Ну все вроде как. Вообще не холодно, ни капли. Когда заходишь, холодновато, так, разлоб.
Так, ну, все. Блин, там так классно вообще. Баня завершена. Сначала было горячо, потом было чуть холодно, потом опять горячо. О, примерно вот так. Как было в купели, вы видели уже? Сейчас идем в номер и подъем в 5 утра, потому что в 5.50 уже выезд. Да, вот такая у нас история. В следующей серии. Подъем в 5.30 утра. Катание на ватрушках, прицепленных к УАЗику. Свежая уха. Мыс Дракон и еще кое-что.